Ребят, всем день добрый. Это мой молодой пакистанец, 9-месячный, который был у Далера. Так получилось, что Далер здесь был, галашея егошний в этой клетке. Вот так получилось, что договорились с Далером, он его обратно мне отправил, я галашея егошнего отправил. Вот. Вот привез сегодня же. Вот. Далер забрал галашея. Галашея был здесь, в этой клетке. Он его забрал. И он... этого отправил мне. Это мой молодой пакистанец. Я не один раз просил Далера, чтобы он его никуда не девал. Я несколько раз просил Далера, умолял, чтобы он его никуда не девал, потому что, чтобы кровь сохранилась у меня. Вот. Вот, так что вот, Далер, тебе огромное спасибо, что обратно он вернулся ко мне. Я весной племя получу, потом отдам его Далера. Или за место него других возьмет, там другого что-нибудь возьмет, выберет на свой вкус. Возьмет что-нибудь. И все. Он очень сильно линяется, на линьке он. Очень сильно, безумно сильно линяется он на линьке. Вот. Сейчас. Давай туда иди. Иди туда. Иди, 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 иди. Чё, клюёшь? Клюёшь меня, да? Не боится. Давай, 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 давай. Высокий, на ногах. Очень хороший. Давай. Хороший. Далер, тебе большое спасибо, что ты его никуда не девал. Он малой, еще 9-месячный, 9 месяцев ему. Ну сколько? 10 месяцев, кстати. Не 9, а прошу прощения, 10 месяцев. Вот. Так что вот так. Его буду с турецкими смешивать. Я буду с турецкими смешивать, а потом что посмотрю, что получится. Посмотрю, что получится. Очень сильно линяется, безумно сильно линяется на линьке. Так что весной посмотрим. Ходит как фазан, блин. Пальцы длинные, шаги как фазан, как фазаниха ходит вообще. Вот так что вот так, ребят. Он как фазан вообще, он не как вот кеклик, да, он какой-то странный вообще. То есть именно вот эта кровь, эта линия, они другие вообще. Вот эта линия именно от этой линии у меня ничего не осталось. Вот несколько молодежи осталось смешанной, тем более я уже не знаю, который
от этой линии. И один брат остался у меня от этой линии. Один брат есть у меня. Качество съемки плохая здесь через сетки. Ну, короче, не суть. Ну-ка, давай. Не, качество съемки плохая. Ну, все, короче. На этом видео завершено. Все, ребят, всем большое спасибо за просмотр. Всем пока.